Привет, ребята! Мы сегодня с вами поиграем в The Glitched Attractions. Вышла игра, кстати говоря, недавно, 3 дня назад буквально. Я вроде смотрел на ютубе демку, когда туда проходил. Понятия не имею, что тут вы ожидать. В целых 10 секунд. Что такое кодил? Чекпоинт. Давай нормально, мы шо, скилл какие-то? Какие нахер чекпоинт, это FNAF? Тут ночи, нет? Нет, тут вроде что-то типа в 3D ходилки, пазлы собиралки, что-то в этом роде. Кассены. Первая демка была, кстати говоря, пососная, то, что я видел. Я, по-моему, даже не играл когда-то, давно, вроде как. Но я, по-моему, не снимал ее. Мужик. Просто Левай из нового... Аттракциона. Короче, мой друг что-то там... Ты должен это увидеть, локация была тебе отправлена. Просто иди ночью, короче, туда. Друзья, имба. Руки. Это мы. Первая ночь вроде была с Блумбоем. Который... еще там марионетка была вроде, да? Да, нет. По скриншотам, кстати говоря, это прикольная игра. Я очень надеюсь, прям очень надеюсь, что она будет нормальной. Most of the important tips appears here on the game over screens. Спасибо огромное. Типа подсказки после того, как ты умер. А раньше можно? Нет. По идее... Hello, user. Привет, пользователь. Хорошо, в Фазбер Аттракцион. Ты, короче, по экспириенсу будешь страшной историей чекать. И то, что произошло в 1987. Когда роботы ходили живые, и убийца сделал. Если думаешь, что... Казань. Короче, там стоит $500. Билет $500. А, ей или left crane? Перед тем, как я открою дверь, give all your belongings to my mate in the other window. Пожалуйста, что-то там сделай. Excellent. А, the door has been opened. Thank you and have a new great experience. Прикольно. Тип менеджер. Allow the... Introduction. Это тип менеджер. Технология, которая будет с тобой через все комнаты проходить, давая тебе подсказки, как играть. Ага. Чекай все подсказки до того, как начать уровень. Понятно? Пытайся понять их перед тем, как чекать следующую. Чекай backgrounds image, типа чекай картинки. Чувствую свободно ходить перед тем, как играть. Чё, блядь? Начинай играть. Ага. Очень интересно. Поздравляю, вы вошли в этот. Боже, какой звук! Я его слышу, наверное, раз 5. Глаз откроешь? Ребята, у вас Фокси мертвый. И Чика не лучше, и Фредди. Чего все мертвые, ребят? Что, у меня не... Открыл! Ладно. Что-то пока что, не знаю, будет ли это прям супер гейм. Куда мне? Давайте без этих приколов. Пишно. Это для флешлайта. Не, ползти туда. О, капец. Обслуживание посетителей 0 из 10, потому что нас заставляют с тобой ползать. И звук из какой-то игры. Я не помню, с какой, но я ее точно знаю.
Да, сейчас мы будем, скорее всего, во FNAF 4 вроде как. Да. Я это знаю. Тут был костюм Фреддика. Вот, да, знаю. Вот, балумбойчик наш сидит. Нам пазл собирать придется. Капец, я топлю, конечно. Это я все знаю. Да. О, да. Да. Ага, да. Я все знаю. А, да, есть мини-фреддики, есть... Есть вот эта хрень. Да. Я вас помню, ребят, я вас помню. Нам пиздец. Что, не бей. Проходите. А, куда? А, он далеко еще. Да? Ну, наверное, да. ХЗ. Наверное, далеко еще. Да, я все это помню. Капец. Не понимал, почему так сложно это все это играть, если по идее не сложно же. Становишься ближе. Схемаки хрень. Вывод очевиден. Он зашел к тебе. Так он же ливнул, звук же был, нет? Старт. Поехали. Здесь у нас где-то ключ, да, был? Вот ключ. Тут надо вообще все быстро чекать. О, второй ключ. Принять. Это нам надо вставить сюда. И здесь вот нам нужно собрать Фредди. Я это помню. А как, почему сложно собирать Фредди, если это изи? И ждать, правильно? Ты близко, Фреддик, нет? А теперь можно. Как хотите. А что меня так колбасит, алло, где? Где-то мельпиздрик. У нас ограниченное время. Это надо помнить. Нас сходит Фред. Это все аниматроники вроде. С Фреддиком сложно на самом деле. Нам поржали только что. Сейчас он идет. Мы вылазим, правильно? Теперь можно вылазить. Раньше нельзя. Далеко, по идее, да, еще? Я слышал, что он далеко. Я, конечно, не эксперт по фредберовским делам. По всей этой херне, но я слышал, что он далеко. Ладно. Только ветерок дует, он вот он. Понял. Все, без паники. Мы в нычке. Все хорошо у нас. Хорошо. В принципе, предельно ясно. Все, мне кажется, я по времени не успею, ходу я слишком долго. Сделал. А, вот это. Все, аллилуйя. Атас, зашибись, я гений. 051176. Чего нахуй?
Да. Ну ты шо гонишь, дядя? 051. О, херете, я про. Да иди ты нахер, я не могу пройти за тебя. Дон. Да идите нахер, ребят. Вы шо, херевшие, что ли? И Фреддиков не было давно. Вы шо, ребят, вообще, что ли? Нахуй. Да иди ты нахер. Да идите в пизду, ребят. Ну, честно. Молоток. Молоток, ебать. Все нормально. Шкрябы быстрее. А страшно сам-то деле, я еще немножко засыкую. Напряжненько, сердечко-то постукивает. Мне сразу даже представить, что будет, если время закончится. Уходим. No time to life. По-моему, это отсылка, кстати говоря, на песню. Все, я прошел? Я пробовал. Подожди, у меня сердце сейчас так стучит. Я не знаю почему, ничего страшного вроде не было. Тебя, наверное, игру вообще не слышно. Я сделаю погромче чуть-чуть. Что-то как-то страшно было. Вроде ни звуков, ничего нету страшного. Я что-то пересрал. Наверное, по моему лицу не видно, но я просто знаю, что Lockers. Use Lockers to hide. Not all of them are opening. Freddy Mus... А, по-моему. Да. Hello. Hello, бро. По-моему, такое было... Такое было... Hello. Живой, да? Обычно мне хлопать. Hi. Было хэллоуинское вроде эдишн по этой игре. Так, Фредди. Локерсы прятаться не все. Не перезаводи Фреддика. Хорошо. Собери пазл, чтобы выжить. Привет. Кто меня будет бить? Кто меня бить будет? Ёптва! Похер. Ябываем. Как-то темно, не находишь? Прям очень темно. Ёпсик, он уходит. Слева что? А, это мангл. И мангл ушла, окей. И опять слезла. Ты ж не ко мне, я надеюсь? Дай, давай, иди дальше. Фреддика еще заводить надо. Сейчас она уйдет. Дальнего действия, близкого действия. Thank you.
Что-то связанное с Фреддиками, наверное, да? Десантируется. Это вас как-то надо что-то с вами, нет? Делать-то, ёбаный рот. Что делать? Ба игра. Спасибо, разрабы. Что делать? Я не вдупляю. А! Ой! Вот в чем проблема капкейка. Сука, предатель! А мне-то что делать? Она? А, это ее зрение. Хорошо. Там есть кнопка какая-то, я ее видел. Сейчас чего? Пьется. Куда-то далеко. Желательно нахуй. Но это так уже, мои хотелки. Ой, блядь. Ты уёбище пушистое, блядь. И кто тут там, сука, я не знаю. Как-то надо что-то сделать с кнопкой. Да, нет. Хуй знает. И чё? Я что, ебу, что ли? Чё делать? А, один это хуёбина, да? Первое. Идите нахуй! Идите нахуй! От нее можно съебаться, хорошо. Я понял. Сука, мне надо пылесосить локацию, я понял. Всегда. Первое это... А ебала. Первое это... Наверное, я не знаю. Давай, Мангл, сейчас прыгни, десантируется. Десантируйся, давай. Я пойду дальше. Темно, как в жопе негра. Ни хера не вижу. Мне не надо, наверное, да, ничего видеть. Сейчас. А, тут ни хера нет. Шестерочка. Это... А нахер шестерочка, это шибана. Шесть это за карпулинга. Шесть это за карпулинга. Три это пресс. За карпулинга пресс, да? Хай. Нет? Я хуй знаю. Прыгай. Чика ходит кругами, это несложно. Из этих ящиков. Первый, хорошо. Важная инфа. А, шестерка это пресс. А. Правильно? Правильно. Окей, я понимаю, как работает манго. Это очень хорошая новость. А, хорошо. Hello. О, четыре это... Другой пресс. Более сложный по весу. Вот этот.
1, 3, 4, да? У нас в тройке был номер. В единичке, точнее. 1 это... Первая фигура это вот эта ебала. Первая это... Как сердце бьется. Короче, когда? Когда на аппарате показывает, бьется ли сердце, использует... Ну, кардиограмм... Блять, как это называется? Я хуй знаю. Но не буду... Ой, блять, я не знаю! Я думал, она на месте, как стенка стоит. Хорошо, здесь... Двой, троечка, это... Троечка, это... Троечка, это ебала. Троечка, это... Хай! Охуйня. Четверочка, это... Это. Четверочка, это сложный пресс. Троечка это кардиограмма, шестерка это сложный пресс. Пятерочка это просто пресс. А, нет, еще одно было, да? Вот здесь, да. А двоечка это загоргулинка. Первое, загоргулинка. Второе. Понять. А, блять, я понял, наоборот. Или нет? Один. Вообще как-то рандомно, нет? И давай на примере попробуем. На примере попробуем. 6 это сложный поршень, да? Что нам это дает? 6 сложный поршень. 5 это пресс. 2 это волнистая ебала. А 3 это... Другая волнистая ебала получается. Хорошо. Давай думать. У нас есть 3, 2, 5, 6. Если мы пойдем по порядку, то 2 цифра это... Ой-ой-ой. Не пизда. Хорошо. Опять же, давай вот так попробуем. Сделайте мне минет. 6 сложный поршень. Сначала простой поршень идет. Простой поршень, потом сложный. Простой, потом сложный. Я хочу себе прикрючку сделать. Ладно, я сейчас не буду этим заниматься. Значит, волнишка острая. Доверяю этому капкейку, сейчас он меня подставить может. А, вообще все можно нажимать. Охуеть! Тут еще вообще все нажимаются. А! Ну тогда все понятно. Нам мне нужно искать еще 2, получается, да? Да, ты шо, дядя? Эти фредики мне как-то помогают, интересно? Ой-ой-ой. Это было неприятно. Что она резко повернула обратно. Манвел съебалась, хорошо. Нужно, значит, все 6 найти. Как-то. Каким-то магическим образом. Где-то они все должны быть. 2 hours later. Где я не смотрел? Где я не смотрел? Где я не смотрел? Hello. Я не думал, да заткнись нахуй, заебал уже. Шлюхи, завали его. Блять, ну я даже хуй знаю, честно.
Опять прыгают все. Да, блядь, комбинаций может быть бесконечное количество. Вот последнее. Это было бы слишком очевидно. Тройка — это эта херня. В предыдущей комнате был код 156. Что-то еще. И семерки там были. Семерки там тоже были. Блять! Есть семерки. Нет, всего 5. Блять. Это пиздец, я в ахуе. Я в 3 хуя, я в 4 хуя. Я не понимаю. Я понимаю только то, что мне опять пиздец. Это что-то может быть. Рэпер может подсказывать все-таки, где что-то есть. Вот реально, я вижу только 4. Нет, я вижу 5. Хорошо, за подарками. Они их прячут, как уебаные. Привет, да. Выгляди себе глаза, ты выглядишь как чмо. Ебаная. Так, хорошо. Значит, это не все потеряно. Окей, еще мы можем найти их. Где-то они, блядь, спрятали их так, что найдем. Я-то найду. Каждый уголок буду чекать. Пылесосить локацию. Мы редко привлекаем внимание, думаю, у вас у нее что-то есть. Ага! Изи. Первое. Хорошо. Первое это вот это ебала. А у нас что было? Какая цифра? 4. Первая, вторая это у нас за горгулинка. Третья это ебала. Четвертая это. Да хорош. Нахер шестеренки. Какие в жопу шестеренки? Это не конец? Пиздец нас с тобой надули. Имба. Хорошо. Свет. Ой. Я хуй поймешь, где Чика. Ладно, не особо. Мне нужны... Что мне нужно? Шестеренки. Да в рот я их ебал. Не перезаряжай Фреддика. Ну типа не. Ох ты ж ёб твою насрать! Окей. А, это Фокся. Мне нужны те шестеренки. Суи бумба. Их возьму. Хай, хай, бумба, хай. Их накопают тебе шестер. Окей. Одну за раз можно, скорее всего, да? Что
даже не спалила. Ладно, Фредика зарядить надо бы. Я думаю, он продержится пока что без заряда. Что бы это могло означать? Еще шестерня. Вообще налегке. Он бы выебал. Как же тебя не призаряжать? Мы сладенький, блин. Я что знаю раз. Как я тебя точно не перезагружаю. Че? Батика играем. Я думаю, где-то на полку, да, тоже батика. Что это значит за моргающий свет, мигающий? Что ему означает? Что-то плохо или что все хорошо? Я хз. Она зашла туда? Оу! 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 Сосать! А он долго будет еще торчать там, или он навсегда? Хе-хе-хе! Мы упустили Фредика. Да завали ты свое ебало, сука тупая. Ёбаный насос! Я спрячусь. Не спрячусь. О, нормально. Фредика, ну типа, что мне мешает искать его, или спавна просто не будет. Чего они моргают? Что с вами, ребят? Я еще не понимаю. Я думаю... Страшного, если я его не запущу, правильно? Мир не взорвётся. Что сейчас? Опа-тессия. Что только что было? Если на монтаже что-то увижу, я вам сейчас сделаю повтор, потому что я ни хера не увидел. Что ему сейчас? Не, мне кажется, просто не исполнятся эти... нам штуки. Я так думаю. Не спавнятся шестеренки, как бы мы не хотели. Я и так их не вижу. Ну, не особо. А, не знаю, вроде их не было раньше. Ладно, пойдем сливаться, ребят, потому что уже 40 минут видео. Лови меня полностью. Имба, скример. Ладно, поставь лайк. Подпишись, игра нормальная, продолжим играть, мне прям понравилось, не ожидал, что прям насколько будет. Ставь лайкос, подписывайся, пока!